Привет, Сергей Котляров на Ютубе. Да, ты там работал, картошку перебирал, поросята варить, а сам, оно на улице плохо, дождь, сыро, ну, мерзкая погода такая, зараза. А тут нужен совет, думаю, хоть бы сходить чи до соседа, чи до кума посоветоваться, что мне сделать, а то, ну, сейчас расскажу. Короче, дня два назад был у церкви, оно, знаете, уже ж года, в этом возраст, пора ж думать о жизни там, чтобы грехов поменьше. Это было, думаю, пойду-ка я до батюшки исповедуюсь. Ну, за один раз то все грехи грехов же, вот так, все грехи не расскажешь. Думаю, ну, хоть с последних начну. Ну, прихожу, здрасте, здрасте. Он, что ты, сын мой, хотел? Я говорю, да, говорю, исповедаться. Это батюшка хотелось бы. Он, ну, проходи. А я иду, а пришел, ну, рабочие такие брюки у меня. Ну, они чистые, все. А внизу на халошах колокольчики такие вот у рыбаков. Знаете, динь-динь-динь-динь. А он говорит, а что это, сын мой, у тебя за колокольчик? Я говорю, да это же... Батюшка, люблю я вот это, насекомых всяких, жучков, паучков, там, пчел вот, таких разных. Я говорю, ну и подцепил колокольчики по огороду, иду, что-то оно, динь-динь-динь-динь-динь, и чтобы они убегали, чтобы я никого вот не задавил. Ну, ну, знаете, как говорится, не ты жизнь давал и давал Господь, так что ты не имеешь права и отбирать, а только в это Господь. Он говорит, о, сын мой, так ты почти святой. Я говорю, ну, ты не святой. Он говорит, ну ладно, проходи. Ну, зашли что-то к нему, он говорит, ну, рассказываешь, что такое грехи свои. Я говорю, да, вот вы знаете, я говорю, как вам и рассказать. Зашел, говорю, тут до соседа, до одного. А он, говорю, это, уехал в город с женой. На рынок, куда они там ездили. А дочка осталась. А я ж у двери стучу, ну, как положено. Ну, культурный же, а страшно. Стучу. Она выходит. О, проходи. Ну, я прохожу, а она... В одном в это халатику, и вроде ведро ей мешает, так как наклонилась. Я говорю, ну, и я не выдержал. Говорю, сатана меня искусил. Говорю, ну, и пришлось, говорю, его тоже там прямо в сенях и трахнуть. Он, ну, что, сын мой, це, конечно, грех. Иди 15 поклонов сделай, и все. Ну, я пошел, 15 поклонов сделал, захожу, он, шо опять? Я говорю, да вы знаете, отче, на этом же не закончилось. Я говорю, а что? Чи он говорит, а что? Я говорю, да на следующий же день, говорю, это, поехали дочка с отцом в город. А хозяйка ж осталась, а там гарда такая, о, шо ты, вот такая, вот так. Там, не дай бог, шо царевна. Я говорю, пошел я за солью. Я не знал, что они уехали. Ну, соль закончилась, думаю, тогда сбегаю. Побежал, ну, вы поняли? Побежал, а наша тоже, опять же, дверь закрыта, входная, постучала, она открывает. Ой, что ты хотел, хороший? Я говорю, та соль, говорю, это самое, надо, а соль, я говорю, закончилась. Я говорю, неохота в магазин. Ну, и там проходи. Ты так редко к нам заходишь, я одно выглядываю, выглядываю, когда ты зайдешь. И, ну, сейчас. И вроде тапочек поправляет. О, мама дорогая. Ну, я говорю, Господи, прости. Ну, и вот уж, как положено. Все. Я говорю, все, батюшка, такой грех у меня. Он говорит, ну что, иди, сын мой, 15 поклонов сделай, и грех снимется. Ага, пошел я, сделал 15 поклонов, на следующий не захожу ж опять к нему. А он, шо опять? Я говорю, там еще ж вот не все.
Он шо? Я говорю, да, на следующий день, говорю, поехали уже мать, ну, хозяйка с дочкой в город. А хозяин дома остался. А я пошел, да там пробивал гвозди, таких не было. Пошел к ним, а он выходит. Я говорю, о, говорю, сосед, здорово, говорю, гвоздей у тебя. Говорит, нет, он та есть, говорит, тот ящик стоит. Ну, наклонился ж. А батюшка на меня, так что ты? И соседа поимел. Я говорю, да ну, батюшка, так пришлось. Он говорит, ты колокольчики не на то место подцепил. Иди отсюда. Так я же захочу обратиться к вам. Куды мне колокольчики подцепить? Батюшка не сказал в этом ничего. И я не пойму. Подскажите. Ага, жду. Пока.